Сейчас в лагере в рамках смены «Мы вместе» отдыхают несовершеннолетние, которые состоят на учете в ОВД, а также из семей, которые находятся в трудной жизненной ситуации. Почти полсотни подростков увидели мастер-класс по задержанию с помощью собак вооруженного злоумышленника, познакомились со следовой работой и другими элементами. Такую смену сотрудники полиции организуют для ребят уже не первый год. Для них проводят занимательные экскурсии, показательные выступления и другие интересные встречи, где ребята общаются с кинологами, сотрудниками подразделений по делам несовершеннолетних, управления наркоконтроля и других служб полиции региона.